Вячеслав Бобков, российский певец, поэт, композитор, автор и исполнитель песен в жанре русский шансон. Биография. Родился 9 июля 1957 года в горах Алтая, в городке Ридер. В 9 классе стал участником группы «Гороскоп», получив гран-при на фестивале джаз-рок-музыки «Восток». На большую сцену впервые попал в 1977 году в качестве гитариста и солиста группы «Интеграл». После службы в армии в 1980 году поступил в Усть-Каменогорское музыкальное училище на отделение классической гитары, которое с успехом заочно окончил в 1985 году. До училища сдал экстерном экзамены в музыкальной школе и получил аттестат об ее окончании. В 1992 году выпустил магнитоальбом «Русская душа», а на следующий год альбом «Я дворник». Записал 7 альбомов, некоторые песни записаны в сотрудничестве с Никитой Джигурдой. Песни Славы Бабко «Конвой» и «Посадка на рейс» были исполнены Михаилом Шуфутинским. Участвовал в концерте фестиваля, состоявшемся 16 апреля 2002 года в Кремле, где стал лауреатом Всенародной премии «Шансон года». В 2008 году был выпущен DVD, переплавленный в колокол. С 2008 по 2009 год принимал участие в проекте «Шансон двух культур в Париже». Смерть. Скончался 3 апреля 2012 года в возрасте 54 лет. На протяжении длительного времени он боролся с болезнью. Однако это так и не принесло должного результата. Умер певец в клинической больнице Санкт-Петербурга РАН-РФ, который на протяжении 5 месяцев проходил лечение. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище Г. Москвы.